Здесь сейчас в эфире на Брянской губернии и на общественном телевидении России. Программа «Здесь сейчас», как я уже сказал. Мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира, интернет-ресурсы Брянской области сообщали. Мы на сайте сообщали, сообщаем вам сейчас в прямом эфире, что телефон наш 309-100. Свои вопросы вы можете задавать пока нашему одному гостю, который успел на наш эфир, несмотря на свой плотный график и множество мероприятий касательно коронавируса и разруливания тех ситуаций, которые сейчас имеются. Юрий Александрович Клюев, директор Брянского городского лицея номер один, депутат Брянского городского совета. Также справа от Юрия Александровича должна у нас быть Елена Валерьевна Егорова, которая сейчас на видеоконференц-связи находится с министерством, но, возможно, минут через 5, через 7 она все-таки успеет к нам прийти, к нашу студию, но Юрий Александрович любезно ответит на те вопросы, которые у нас есть и касательно той компетенции департамента, потому что он осведомлен с помощью Елены Валерьевны Егоровой, директора департамента образования. Юрий Александрович, как в лицее сейчас вот обстоят дела в связи с коронавирусом? Ребят нет, в лицее учителей нет, наверное, только охрана и вы, я так понимаю? Да, ребята сейчас находятся на дистанционном образовании. Мы все прекрасно наслышаны о той статистике и в целом о том эпидемиологическом окружении, которое сейчас имеется по стране и во всем мире. Коронавирус внес свои существенные поправки и в учебный процесс, и в общее, наверное, какое-то состояние и понимание того, что сейчас происходит в мире. Дети сейчас находятся у себя дома, точно так же дистанционно с ними из своих домов, квартир занимаются учителя-предметники. Совещания, в частности, производственные, в том числе, вот вчера буквально, я также проводил дистанционно вместе со своими заместителями. Я могу сказать, что лицей хорошо подготовлен к переходу в дистанционный режим. Мы не теряли времени, мы всегда использовали дистанционные технологии в подходе индивидуальном к учащимся, с надомниками в свое время занимались. Были групповые занятия с использованием различных платформ. И, уходя на каникулы, мы еще раз сделали общую мобилизацию сил по дистанционному обучению и посвоению различных медийных платформ. Так, в частности, за основу мы выбрали платформу Discord, которую мы используем в качестве централизованной платформы. Здесь очень важно обратить внимание на тот приказ, который издавал наш департамент образования и науки Брянской области, о том, что необходимо обеспечить непрерывное дистанционное образование. Если мы говорим об обеспечении или обеспечении непрерывного дистанционного образования, то должна быть какая-то централизованная платформа, которая бы могла обобщить те сведения, которые касаются проведения уроков, которые касаются посещаемости, которые касаются качества обучения наших лицеистов. Поэтому мы выбрали единую платформу Discord. Но никто не говорит, что нельзя проводить занятия с использованием и других платформ. Очень знакома вам наверняка, как медийному человеку, знакома платформа Zoom, с помощью которой можно проводить видеоконференции, добавляя туда участников соответствующей конференции. Поэтому здесь можно сказать однозначно, что как бы сердцевиной является Discord, где учитель говорит: «Здравствуйте, уважаемые ребята, мы начинаем наш урок». И дальше он может проводить свой урок как в аудиорежиме, который специально на этой, ну, на этой платформе. В аудиорежиме прогулять, наверное, могут тогда. Вот. Нет, здесь гораздо тоньше. В аудиорежиме, если, к примеру, это касается момента обсуждения какого-нибудь литературного произведения, во многом все продиктовано предметной областью того или иного учителя. Если же, например, учитель желает визуализировать то, о чем он ведет сейчас повествование, здесь можно использовать Zoom. Но сделать пометку о том, что, ребята, с этой минуты, с такой-то минуты урока мы переходим в режим обучения с использованием платформы Zoom. Важно также отметить, что здесь работают нормы СанПин. И если мы говорим о стандартном уроке в размере
так сказать, в хронометраже 45-минутном, то Санпин делает свои поправки. Если это младшее звено обучения, то не более 25 минут должен длиться урок в режиме постоянно включенного монитора. Если это старшее звено, то это 30 минут. Соответственно, на учителе лежит огромная ответственность по части насыщения 25-минутного или 30-минутного урока максимальной информацией для того, чтобы можно было компенсировать тот ресурс, который дает обычный урок в 45-минутном формате. Мы отработали целиком день сегодняшний, уже все отчитались, каждый по своему направлению из моих заместителей. При минимальных сбоях сегодняшний день можно назвать плодотворным. Очень отрадно понимать, что наши дети уже сейчас, в частности лицеисты, я говорю совершенно ответственно, они владеют многими образовательными ресурсами, образовательными порталами, которые рекомендованы в том числе и нашим Министерством просвещения. Это Российская электронная школа, это Московская электронная школа, это онлайн-уроки, которые предоставляют преподаватели московского физтеха, в частности, курсы Фоксфорда. Это ресурс «Решу ЕГЭ». То есть масса-масса всяческих порталов, очень полезных. Но здесь тоже есть определенные рекомендации. Если мы единовременно будем использовать с помощью ссылок те или иные видеофрагменты, мы понимаем, что в дистанционном режиме сейчас будет работать вся страна, то мы рискуем, что видео или аудиоролик может повиснуть. Поэтому здесь мы тоже разработали ряд рекомендаций для того, чтобы видеоролики закачивались заранее, чтобы их можно было выложить на тот же самый Discord не с помощью ссылки, а с помощью конкретного видеофайла. Тогда можно избежать те или иные помехи. И урок заканчивается всегда в аудиорежиме, где каждый учитель может получить обратную связь от участника образовательного процесса, от детей, которая автоматически в аудиорежиме фиксируется в количественном выражении, и сразу мы можем высчитать, сколько человек отсутствовало, и, соответственно, прорефлексирует то или иное занятие. И в этом же Дискорде он пишет им о том, что урок закончен. Таким образом, вот только централизованно мы можем обеспечить непрерывное дистанционное образование. У нас такой вариант. Все до мелочей. То есть получается даже какой-то сбой, но все равно на этот сбой есть какой-то обходной маневр и запасной путь. Конечно. Юрий Александрович, Елена Валерьевна, мы приветствуем в нашей студии. Успели после видеоконференции с министерством, я нашим телезрителям говорил, что немного задерживайтесь по уважительной причине. Елена Валерьевна Егорова, директор Департамента образования и науки Брянской области, к нам присоединилась в нашу студию в прямой эфир. Елена Валерьевна, с вашего позволения начнем с телефонного звонка. У нас первый дозвонившийся по телефону 309-100. А мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте, меня зовут Елена Сергеевна. Вот у меня следующий вопрос. А меня хорошо слышно? Да, хорошо, отлично. А как будет организовано, собственно, дистанционное обучение? Вот Юрий Александрович рассказывал. Елена, да. Что-то дополнить есть по поводу организации? Что для этого? Смартфон, ноутбук, интернет? Это ж, наверное, понятно. Или что-то одно, смартфон или ноутбук? Юрий Александрович практической точки зрения рассказал, конечно, все, что вот, действительно, какие есть нюансы в дистанционном образовании. Но есть еще, конечно, проблемы у многих и в регионах, и в отдельных населенных пунктах. Это интернет. Интернет, который как бы оставляет желать лучшего. Цифровое неравенство. Об этом мы все знаем. И не скрывать тут нечего. Но действительно сейчас, кроме интернет-платформ, есть еще действительно сообщества, делаются через Вайберы, через WhatsApp, да, то есть через Инстаграмы, различные сообщества и учителей, и учеников. Поэтому все общаются. И получить задание и получить обратную связь от педагога – это не так сложно. Наверное, было бы тут желание и с одной, и со второй стороны. Ну и, наверное, все, что Юрий Александрович сказал, что все равно все ученики видны, да, о том, что кто занимается, кто нет. Ну, как видно, если вот только аудиосвязь, там перекличка какая-то, чтобы не прогулял, чтобы на улицу не пошел, а занимался реально. Ну, даже по тем заданиям, которые выдаются и которые проходят, будут обратно возвращаться, можно даже будет определить, насколько, где он был в это время, где он присутствовал, да. Потому что, действительно, если он решил через интернет, это одно, но мы знаем, как это делать.
делается, если он решил самостоятельно и допустил какие-то... Потому что все равно методика преподавания у каждого педагога своя. И она чувствуется в оформлении работы, это абсолютно точно. Поэтому все равно ученики не останутся бесконтрольно. Я считаю, что со стороны преподавателей в этой части нет. Елена Валерьевна, я правильно понимаю, что, ну, понятно, коронавирус, это вот COVID-19, это зараза, с которой надо расправиться как можно скорее, потому что от нее много проблем, она уносит человеческие жизни. Но с практической стороны, если посмотреть именно на систему образования, то сейчас у вас такая тренировка, которых не было вообще никогда. То есть ту же систему дистанционного образования вы можете опробовать именно в полном масштабе, а не просто в тестовых вариантах, когда кто-то на каникулах, кто-то хочет, кто-то не хочет по желанию. Да, это, наверное, сейчас даже вызов системе образования, и о чем мы говорили уже, что к цифровизации и вообще к цифровому образованию, да, подходить надо, и уже как бы мы к этому шли, а, к сожалению, вот такая сложившаяся ситуация нас сейчас действительно подтолкнула к тому, что действительно вошло в нашу жизнь, и очень-очень актуально это стало. Поэтому это вызов, и его готовы принять и ученики, и педагоги. Ты знаете, как с резервным фондом. Диванные войска, там или какая-то оппозиция говорила, не надо резервный фонд, давайте его сейчас поедим. Когда кризис наступает, резервным фондом мы начинаем пользоваться. И тогда понимаем, что вот эта неконструктивная оппозиция была не права. Так и здесь, получается, цифровизация страны. А для чего она? Там вроде же как бы есть какие-то телефоны простые, ну, зачем цифровизация в деревне? А на практике показывается, что вот и можно использовать вот ее. Вот эта ситуация, да, говорит о том, что действительно она должна быть, и она имеет место быть, и должна жить. То есть наше министерство идут правильным путем. Да. 390 телефон прямого эфира, у нас дозвонившийся, мы вас слушаем, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте, меня зовут Екатерина. Я бы хотела вас спросить, рассказать, как будут выставляться оценки школьникам, которые сейчас на дистанционном обучении? Так, Почта России, наверное, дневники будет доставлять. По-другому как-то? Это, наверное, интересный был вариант доставки, да, действительно, Почты России. Ну, есть, опять же, измерительные материалы, контрольные, самостоятельные, проверочные какие-то работы. Они, естественно, будут выдаваться и будут собираться обратная связь, о чем мы говорили. И, конечно же, будут выставляться оценки, потому что нам, как бы то ни было, надо закончить учебный год, и четверть еще идет. В любом случае она будет, если электронные дневники, это будет выставлено в электронные дневники, в случае, если это бумажный носитель, это будет выставлено на бумажном носителе, с дальнейшим ознакомлением, конечно же, учеников и родителей. Поэтому, конечно, все это будет выставляться и работать, и без оценок никуда. В лице, да, как реализовано? В лицее у нас с этого года полный электронный документооборот. То есть уже мы работаем с электронным журналом очень успешно. Оценки и домашние задания точно так же будут выставляться, как в обычном режиме, ежедневно. Хочу сказать и дополнить тому, что говорила Елена Валерьевна, тому, что говорил я ранее, относительно организации дистанционного обучения. За основу берется обычное расписание, которое было вот в повседневной, так скажем, жизни школьника, то самое, которое утверждалось еще осенью. Единственный момент становится большие промежутки между уроками за счет того, что СанПин урезает как бы время всего вот этого. А так у нас за основу берется наше обычное расписание. Строго по звонкам начинаются занятия, ну, не в прямом смысле слова звонок, все четко нормировано по времени. Поэтому в основе расписания централизованно адаптированная под учебное заведение какая-то платформа. Ну и, конечно же, здесь в помощь нам электронный ресурс, такой как электронный дневник и электронный журнал. То есть лезвием теперь нельзя будет вот это сделать, да? Да, и в обычном режиме работы лезвием ничего не поправишь. Вот, в случае электронного дневника. Все прозрачно. Ну, в случае электронного, да, тут вообще никак не поправишь. Елена Валерьевна, Брянский городской лицей номер один. Название осталось прежнее, но там приставочка немножко изменилась. Да. Расскажите о том, что лицей-то забран под областное крыло. Да, он является государственным учреждением уже с определенного периода, с сентября прошлого года, поэтому он действительно уже наше учреждение государственное и работает уже по многим законам именно государственного учреждения. Но это не тоже в рамках закона об образовании и всех остальных законных актов. По факту, Юрий Александрович, вы же областным-то и были учреждением большим. Да, нас можно было назвать, регионов, да. Формально можно было назвать, так скажем,
с позиции геолокации нас городским, потому что мы в черте города находимся, но вы прекрасно знаете, что на протяжении уже более чем 15 лет у нас работает пансион «Орбита», в котором обучаются дети из отдаленных уголков Брянской области. Это Антонина Семеновича заложила? Да, конечно, это низкий была, поклон, да? Антонине Семеновне. Это просто самый настоящий образовательный прорыв был. Создавать это в разрезе общего образования, а не только, как сейчас, например, учреждения дополнительного образования тоже делают пристройки в виде пансионов, общежитий. И здесь, конечно, хотелось бы поблагодарить, пользуясь случаем, и Департамент образования и науки Брянской области, Лену Валерьевну лично. Мы полностью находимся на бесплатном питании, в том числе и дети пансиона, которые питаются у нас пятикратно. Это дорогого стоит, поэтому огромное спасибо за такую поддержку, которую в том числе получают и дети города, которые у нас обучаются, они также питаются бесплатно. И вот уже за этот учебный год получить, в общем-то, и современное оборудование, и финансовую поддержку для ремонтных работ, для материального оснащения в размере уже более чем 10 миллионов рублей. Большое спасибо. То есть вот эта позиция была правильная, забрать именно под областное крыло лицей. Практика показала это. Да, но вот как бы у нас на базе лицея планировалось мини-Сириус, он как бы и имеет место быть, то есть в дальнейшем его оборудование под именно детей, которые одаренные, действительно, они могут показать результаты какие-то на различных конкурсах, олимпиадах, это тоже к этому регион должен стремиться, поэтому лицей является одной из баз действительно для именно таких детей. У нас телефонный звонок. Вы в прямом эфире, вы дозвонились по телефону 309-100. Еще есть время дозвониться. Мы вас слушаем. Добрый вечер. 439 тысяч рублей. Говорите нам про то, что вы там говорите. Задавайте вопрос. Здравствуйте. Алло, добрый день. Вы в прямом эфире. Добрый день. Меня Михаил Владимирович зовут. Отец пятиклассника. Скажите, пожалуйста, отменят ли в текущем году всероссийские проверочные работы? Не хотите готовиться к ним, да? Проверочным работам. Михаил Владимирович, да, задал вопрос. Ну, что с этим будет? ВПР будут. У многих возникает этот вопрос по всей России, и этот вопрос задают министры просвещения практически на каждом видеоселекторе и на каждом общении с министром. И тут точка единая у всех, и, надеюсь, что должны все понимать, что всероссийские проверочные работы — это не какая-то карательная мера, это инструмент для изучения того, что, как ребенок изучил материал за предыдущий год. Да? И это также и является инструментом для оценки качества образования, которое дает преподаватель. То есть это анализ для дальнейшей работы и для преподавателя, посмотреть, насколько у него провалится та или иная тема и так далее. Поэтому это такой инструмент именно. И мы не говорим о том, что его можно отменить. Отменить можно все, но до 25 мая вообще должны быть проведены проверочные работы всероссийские, и они будут проведены. У каждой школы свой график проведения работ. И здесь не привязано к единому дню, к видеонаблюдению. То есть это будет проведено в плановом режиме, как только мы выйдем с карантина. Елена Валерьевна, как система образования помогает в наблюдении за режимом самоизоляции? В том, чтобы люди понимали, это много же детей по дому должно сидеть в разных совершенно уголках Брянской области. Ну, учителя задействованы в этом? Учителя, наверное, больше визуально тоже, именно когда общаются с родителями, с классными руководителями, с детьми, именно уже через различные гаджеты и телефоны, потому что учителя тоже не имеют права выходить на улицу, и как бы мы этого не хотели, там, приходить в школу, заниматься, и поэтому у них тоже режим самоизоляции. Я считаю, что в этой части мы можем только... Ну, действительно, много очень приходит сообщений в родительских чатах. Вот у меня тоже на телефон приходят сообщения периодически о том, что следите за своими детьми, то есть напоминание родителям о том, что действительно дети должны находиться дома.
Ваш чат, наверное, там 300 раз думают, прежде чем отправить. Да, учителя. Это да. То есть учителя своим примером показывают, и плюс общение вот это, их слушают и слышат, насколько их, да, их слушают и слышат, причем отклик идет от родителей положительный. Это касается не только там самоизоляции, это и нахождение на улице, это и правила безопасного поведения на дорогах, это и купание, да, в летний период, это много очень вопросов, которые, и вот сейчас пожароопасный сезон, когда, да, происходят пожары, когда дети поджигают траву и так далее. То есть это все тоже влияние на ребенка через, действительно, через родителей. И родители тоже должны понимать, что лишний раз напомнить ребенку о безопасном поведении – это необходимо с его стороны. Юрий Александрович, у вас как реализован режим самоизоляции? По наблюдениям, все с пониманием относятся? Конечно. Я думаю, каждый ответственный за своего ребенка и за свое здоровье, и за здоровье окружающих. Режим изоляции без всяческих уклонов соблюдается у нас. Я очень обрадовался видеороликом, которые, кстати, мы для канала «Губерния», да, пересылали, о том, как наши дети замечательно проводят время. Вот я увидел, как пятиклассник Алексей, например, пишет картину. Вместе с тем он совершил виртуальную экскурсию в Марсель и загорелся желанием прочитать Александра Дюма «Графа Монте-Кристо». Это же вообще замечательно. Полина Шипкова назвала это время временем возможностей. Это очень радостно, когда дети в таком возрасте мыслят уже не категориями проблем, а категориями решений. Это очень хорошо, и я здесь полностью солидарен с Еленой Валерьевной. Она говорит, что это определенный вызов, определенное испытание. И я вижу по тем роликам, которые имею сейчас, и в ходе общения с классными руководителями дистанционно, о том, что дети принимают этот вызов очень достойно. Наши лицеи. Немного времени остается, мы успеваем принять телефонный звонок. Вы дозвонились, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я бы хотела узнать, планируется ли в этом году переносить ЕГЭ и другие экзамены для школьников? Спасибо. Елена Валерьевна. Да, ну, ОГЭ и ЕГЭ – это ежегодные обязательные экзамены, и результатом ЕГЭ является получение определенных баллов для поступления в институт, поэтому переноситься сроки будут, но отменяться они не будут, как многие задают. Уже сейчас, в настоящий момент, определено, что ЕГЭ у нас начинается с 8 июня, а ОГЭ начинается с 9 июня. Оно сейчас пока говорить о том, что будет ли переноситься еще на больше, на поздние даты, еще пока рано, но в любом случае оно сдаваться будут. В любом случае это прохождение обязательное, ежегодное, и никуда оно не отменится. Потому что очень многие задают этот вопрос, будет ли отменено. Слово «обязательное», то есть как отменить неотменяемое? Отменить, да, это, то есть это нельзя. Вопрос, как поступить даже в институт потом, будет очень проблематично. А вот Олимпиада, заключительный этап там всероссийский, как с Олимпиадами дело обстоит? Да, тоже немножко претерпела изменения, свой формат это проведение Олимпиады. Оно будет проходить в формате ЕГЭ, заключительный этап, именно, то есть под онлайн-наблюдением будет проводиться само тестирование, будут материалы отсканированы, направлены на проверку, это потом также возвращены с учетом уже оценок выставленных. И это все должно, итоги будут подведены 30 июня этого года. Но вот такой тоже определенный вызов по Олимпиадам. У нас в этом году 14 учащихся попали именно в заключительный этап из 12 учреждений области. Это хороший результат. Мы надеемся на их хорошие результаты в дальнейшем на Всероссийской Олимпиаде. Выпускные из них... Это наши лицеи. Да. Подожди, из 14 5? 5, да. 5. Ну, то есть это процент серьезнейший. Готовятся ребята к заключительному этапу. Многие, конечно, грезили о том, что это произойдет в других городах. Это всегда интересно. Вот. Но, тем не менее, подготовка по-прежнему продолжается, она не прерывалась. И вот технология, наверное, правильно, даже не столько в формате ЕГЭ, а по технологии проведения ЕГЭ, наверное, вот это правильный вариант.
Единственный момент с тем, как практический тур в некоторых, например, олимпиадах будет проводиться. Но я думаю, что авторы-составители заданий, они об этом тоже позаботятся. Они будут делать все-таки поправку на то, что у нас произошло некое смещение. Буквально 10 секунд. Выпускные будут двигаться как-то? В зависимости от проведения ЕГЭ, ну, то есть, как бы, в принципе, если мы будем в тех же рамках идти, то, скорее всего, нет. Если будет, все зависит, как уже многие вот говорили. От обстановки. Да, и от нашей все-таки самосознания. То есть, того, сидим что... дома, и тогда да, ребятишки, тогда все, ребятишки да, нормально будем, сходят на выпускной, они да, будут его двигать, домокультура не будет да, переносить это все, и рестораны, кафе, бары. Да. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Время эфира подходит к концу. Я напоминаю, сегодня к нам успела Елена Валерьевна Егорова после видеоконференц-связи с министерством, директор департамента образования Брянской области, и Юрий Александрович Клюев, директор Брянского городского лицея номер 1, депутат Брянского городского совета народных депутатов. Также для вас в студии работал Артем Сухоломкин. Спасибо, что смотрите Брянскую губернию и Брянскую губернию на общественном телевидении России. До встречи в эфире.